Всем привет, с вами Ирина, и сегодня мой очередной совет про слой, маску слоя и замочек. Итак, у нас есть фон, у нас есть копилка, и у нас есть вот такая монетка. Но монетку мы с вами спрятали при помощи маски. Если я сейчас нашу маску отключу, для этого нажимаю правой кнопкой мыши на маску, выбираю выключить слой маску, то вы увидите, что монетка на самом деле целая, просто она скрыта маской. Так вот, если замочек у нас активен, то куда бы мы ни двигали нашу монетку, она везде будет смотреться точно так же, как сейчас. То есть, часть монетки будет скрыта. Вот так, пожалуйста. Но если же мы замочек отключим, для этого просто щелкнем по нему один раз левой кнопкой мыши. Смотрите, что получается. Сейчас у нас активна маска, мы встаем на слой, берем нашу монетку и смотрите, мы ее можем полностью опустить в копилочку. Раз. И точно так же достать. И точно так же вообще вытащить за пределы копилки. То есть сейчас у нас работает слой отдельно, а маска отдельно. Это очень удобный способ. Он нам еще пригодится в дальнейшем. Поэтому запоминайте. А у меня на сегодня все. Надеюсь, вам мой совет понравился. Всем спасибо за внимание. Пока!